53-летняя Татьяна Овсиенко рассказала о браке с продюсером Владимиром Дубовицким, который продлился 18 лет. У супругов не было своих детей, но они усыновили Игоря. Мужчине уже 23 года. Он живет в Америке и воспитывает сына. Александру исполнилось 2 года. Татьяна вспомнила об усыновлении мальчика. Она помогла 3-летнему малышу с операцией на сердце, без которой он бы умер. До 14 лет Игорь не знал, что он приемный сын пары. Он сделал меня счастливой. Он дал мне понять, что такое мама. Он дал мне понять, что такое нежность детская, когда маленький болел, поделилась Овсиенко в передаче «Привет, Андрей» на канале «Россия-1». Брак певицы и продюсера распался, когда она узнала, что у мужа есть внебрачный ребенок. Блондинка быстро оформила развод. В студии Андрея Малахова поп-звезда 90-х впервые за 2 года увидела сына. Она не смогла сдержать слез, смотря видео с внуком, для которого стала крестной мамой. Многие считают, что Татьяна Овсиенко перестаралась с пластикой и перестала быть похожей на себя. У певицы нет биологических детей. Узнать, как выросли и чем занимаются приемные дети знаменитостей, можно здесь.